Салютон, бродяги. О, да, дерзко. Серьезно. Согласись, это было серьезно. Это было очень серьезно, я же испугался. Давай, я думал, зомби там рычать начали. Итого, что мы сегодня делаем? Я замерзаю, мне плохо, мне холодно. Ну давай двигаться, движение это жизнь, тепло. Движение это жизнь, да. А знаешь, куда мы с тобой движемся? Куда? О, блин, там собаки, слышь, там много. Заходи обратно. Это шестой день, потому что еще один день, и нам придет хана. Воу! В смысле нам хана придет? Дружный абзац. Она бежит, 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 Женя. Правильно. Уходи, жить оттуда. Нет, так это самое. Патроны экономим, тут же враги серьезные. Ну, убил, ладно, 20 патронов есть, справимся, я думаю. Ах ты живодер, убил и ладно. Ой, ё! Что же это было, блин? Братан пришел, подожди. Уйди отсюда. Дискотека. Ну вот, ему же дискотека. Так, куда мы держим путь? Давай метку поставим. Куда? Так он встал же. Нет, он не встал. Нормально лежит. У меня он стоит. Мертвый у меня. А, у меня он какая-то встал. Проблема с синхронизацией у нас. Да, мы хотели наверх с тобой идти. Давай, 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 туда. Я предлагал в той серии. Там какой-то замок, ты говорил, или что сверху было? Да, там замок наверху был. Вольфенштейн? Вульфенштайн. Вульфен, как слушай, Вундебар. Что-то оно реально какое-то багнутое сегодня прям. Прям сейчас жопа смотрю, какая-то. Что пишет. Вон он наверху аж 300 там. Пинг показывает у меня. Твой. Да не может такого быть. Ну. Такого не может быть. Не может это быть. Это все проделки, наверное. Нарглов или кого? Я думаю, иллюминатор. Чьи-то понял. Тебе не кажется, что тут дерьмовая погода? Но ну, здесь... в том плане, что мы мерзнем, нам холодно, херово. И дождь, и снег, и мороз, как Long Dark прям. Практически, но там еще хуже. Там ох, собак-то здесь, ё-моё, надо бежать. Это нетипично для собак. Но это же больные собаки. Ну, что-то я чувствую, мы сейчас сломаемся на седьмой здоровая день. Здоровая собака, мне кажется, не стала бы ходить по таким ебеням, согласись, да? Да. Здоровая собака, она бы, вот если бы я был здоровой собакой, я бы был в том городе, в Дерсвилле, где мы были в той серии. Там потому что еды много. Там много еды, да. Да. Но собака, она не тупая. Она не будет конечно. Жрать мертвечину, правильно? Нет, ну если в крайнем случае может, да. Но это если уж совсем но плохо. Ну зомби, они же, ну фу, бля, ну это же зомби, ёба. Но у них-то не работает мозг, им просто пропитание, чтобы тело таскать свое. Вот нет, в чем подожди, логика, наверное. В данной игре зомби, они уже прогнили. То есть там уже все, ничего нормального нет. По внешнему виду я бы не сказал, что они прогнили, не? Как? Ну они же прогнили, ты же видишь. Ну они просто мертвые, них... получается, едят так, для того, чтобы нет. тело двигать свое. То есть силы нужны, мозг не соображает ничего, а тело-то надо как-то двигать. Надо кушать что-то. Подожди, у нет? зомби атрофировано все. Зомби, он в принципе уже мертв, как бы. Ну это нелогично получается тогда. Да, ну так никто не говорил, что тут логика есть, понимаешь? А вот у Джорджа Ромеро в фильмах всегда логично было. Это зомби, которые еле ходят. Это настоящие, правильно? Ну, зомби, которые да. бегают, как умалишенные, блядь, быстрее живых. Это 28 дней мутанты, спустя, блядь. Это даже не зомби, это, скорее всего, как в фильме было. Это даже не есть зомби. Понятие, ну, типа, да, мутация, понимаешь? Да, да, да. Ты мутировал, но ты мозг. Не зомби, он уже разложился, блядь. Ну, зомби это все, да, это мертвечина. В ходячих мертвецах он практически, как вот, знаешь, желе вот ходячий. Ну да, 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 да. То есть, вот это так. Я смотрел, ой, я это проходил. Это медведь, по-моему, или пума, слышишь? Что пума здесь забыла? Ну, подожди, сейчас я возьму винтовку тогда. Деточка моя, ты что здесь забыла, мать твою, а? Где? Ой, ё. О, она на тебя согрелась. Вау! Вау, I feel мне good. Мне всегда казалось, что пума, она типа, вау, это же люди, типа, вау. Ну так-то да, в принципе. А куда ты стреляешь, там смотри, никого нет? Смотри, ах, человек, я никуда не стреляю. А, ладно, показал. А вот и замок. Вольфенштайн. Вундебах. Вундебар. Ух ты ж, ядрить его налево, как символично-то да, это все выглядит, а? Что ты там делаешь-то? Человек рвет. Почему ты агришь всех зомби? Потому что он ко мне подходит, мне надо как-то его нейтрализовать. Мне надо его огреть. Мне надо его согреть. Мне просто надо. Надо что-то сделать. Слушай, классное место для жизни. Смотри, сколько тут этажей. Вот, на седьмой день мы как раз добрались только туда, куда нам нужно, я так понимаю. Здесь мы поселимся в ближайшее время. Но он реально классный. Слушай, давай сначала, может, по периметру, или ты сразу внутрь? Я внутрь зайду, потому что... Холодно, согласен. Да, и холодно. Еды найти нужно. И вообще, бы... Вы замерзли. Найдите одежду или убежище, возьмите факел. Ох ты ж, ёб твою ж ты мать. Это грустно. Чего так много-то? Ну, они здесь жили, семейка, видимо. Опа! Молодец. Во, вот это было сочненько. Это было сочно. Это, смотри, это целый бар. Прикольно, они сделали дырку, короче, арку такую. Тут у них можно кухонка. Сидеть, кухонка, да, здорово! Это, походу, батя. Хера его. А здесь тоже так, может чувствую, кто-то быть. Я чувствую, надо брать кувалду. Мы с тобой как так. коллекторы.
шкафы, буфетики, коллекторы. Будем брать таксу. Будем брать таксу. О, еда. Так. Опа! О! И тайничок. Че, серьезно нашел тайничок? Да. Есть что цен? О, решетка, гриль. Не есть. Знаешь, посмотрим. Кстати, нам банка писали, что надо почаще едой заниматься. У нас с едой совсем проблемы. Надо почаще, дети, заниматься едой для того, чтобы быть здоровеньким. Ну, я имею в виду, что готовить на костре, потому что быть питательно, там то все. Я понял, да. Надо просто заниматься едой, чтобы было все нормально у вас, ребятки. Уяк, отлично. Замечательно, нормально. Инструктаж провел. Еще парочка таких ударов, и мы откроем с вами ту дверь. А там за дверью еще одна дверь. Ах ты какой, ах ты какой. Что там творишь-то? Ах ты как... Какой? Ля какой, надо было сказать. Ля! У тебя там весело определенно. У меня тут вообще пати на кровати. Ты когда-нибудь видел человека с недостатком выносливости? Нихера себе! Это я. Ты про меня сейчас говоришь? Я про себя говорю. А, у меня тоже просто недостаток выносливости. Я не очень... Ой! Ой, здесь зайцы бегают. Зайцы бегают? Давай зажарим их. Он убежал уже. Блин. Вообще-то обидно сейчас было, понимаешь? Я понял, я хотел тоже подружить с ним, но... Подружиться. Что, есть что в тайничке? Нет вообще? Потрепанный из рюкзак, вода. Что-то... Так, здесь смотри, здесь колючки, но там люди идут. Ну как люди, не люди уже. О, тут получается за каждый... О, патроны, отлично. Что, серьезно, что за патроны? Для калаша. О. Смотри, в каждом этом тайник. Верещит моя душа от слова патроны. Блять, для калаша. Придурок! Сука, сраный, упадет! Да, Женя, помогай! Женя, иду. Мэйдэй, мэйдэй! Все, мэйдэй не тут надо. Тут кругом мэйдэй, он со всех сторон долбит, долбилово. Там что-то дрочь начался, какой-то да. Лютый вообще. Здесь просто обмазывайся, садомада. Обмазывайся, дура, обмазывайся, пожалуйста! Как вы задрали, как вас много, а? Так, у меня... А, дробовика у меня нет, все, я это... Все, абзац. Что там такое? Наверху что-то что-то было. Пыхтение. Ты там пыхтишь, как это самое, да. Как третьекурсник. Вообще ничего нету. О, нитки. Ой, жесть, надо лечиться срочно. А возьми бинты себе дерьмовые. Дерьмо-бинты? О, бабло. Тут баблишко. Вау. Мне тоже немножко бачей есть, если надо вдруг, то... Жалко, хотя... нельзя баксами обмотать себя, похилить. А вон, кстати, картина. В эту, в рваную рану засунешь себе. О, смотри, что тут. Баксы. Здесь... Ничего, пустой чемодан, на удивление. А что это за проход? Ты был здесь? Нет. Походу, да. А двери открыты? А зомби могли сломать. О, медикаменты, кстати. Да, вот, полечись. Аптеку нашел. Так, корзину для белья. Вообще неплохое, мне нравится тут. Нормально. Воу-воу-воу. Нет, здесь как-то я... Ну, прикольно, пошли, но... Пошли наверх посмотрим. Надо выше подниматься, дверь да. Открылась. Дверь открылась! По-моему, наверху... Катастрофе. Дядюшка Ляо! Портрет дядюшки Ляо! А неплохо вообще дядюшка Ляо-то устроил свою жопу, а? Молодец! В горах... О! Рецепт рагу для бродяги я нашел. Это для нас, привет, видимо, да? Бродяги, да? Ну а кто? Больше бродяг здесь нет, кроме нас с тобой? Письменный давай столик. Заберем офисный стол. Ачечи, возьми себе ачечи. Ачечи? Мне не надо, у меня есть масочка. Зачем мне ачечи? О, какая кровать, смотри, царская, со шторочками. Приватность, наше все. Со шторочками? Такая клетка, блядь, какая-то. Если они хотели повторить антураж турков, там, турецкий, азиатский. Может такой, у них не получилось. Может. Ох, смотри, переходик. Опаньки, ого. Смотри. Опа. Слушай, а целый замок, реально. Во, здесь грилька есть, смотри, можно на гриле готовить, наверное, нет, можно? Не, нельзя, печально. Класс, блин, это реально топовое место. Вообще сюда отличное. Можно сходку подписчиков делать, и вообще. А что это внизу, мы разве там были? Мы там не были? Нет, пока. Ой, вы замерзаете. Да еще бы. Так, вы смотри. Вы замерзаете. Тут реально прям проход. Сумка, спортивная сумка. Что, есть? О, для тебя, для лука, смотри, для лука есть тебе эти наконечники. Ты у меня воздух бьешь, подожди. В смысле я воздух бью? Сотрясаешь воздух. Так, наконечники. Своей. Кувалдой своей. О, я замерзаю. Здесь мы были. Ну, одень поплотнее что-нибудь. Да нет у меня одежды, я бы с радостью. Это печально. Слушай, здесь еще есть переход на крышу. Да, о, нифига ты летаешь. Вон, смотри, панелька, да, панелька. Туда прыжок. Панелька. И все. Слушай, здесь подожди, хорошее место. По кругу, да. Да, ну да, классный, да, реально. Мы пришли сюда. Дом. О, а вот тут мы не были.
А смотри, там видишь, статуя стоит, такая, как кегля елдаковая. Там что-то есть, наверное. Кегля елдаковая. Ну, она похожа на кеглю издалека, на елдачную. Не только. На кеглю и не только. О. Здесь проход. Потрёпанный рюкзак. Ничего себе, нычка. Ой, там пустые бутылки, больше ничего нет. Здесь хорошо прятаться можно. Так, давай дальше двигаем. Нифига. Что здесь, нитрат какой-то? Нифига себе тут место. Концентрат, нитрат. Зачекай, ты посмотри на это. Ух ты ж, пафосно все. О, еда, кстати. Все очень пафосно выполнено. На, Жень, забери еду, сейчас я тебе... Забери еду, забери еду. Надо пожрать, мне кажется. А у меня есть еда, если что, я тебе могу тоже дать. Ты мне что дал? Банк консервированного горошка. Ай-яй-яй. Обыскать тело, книжный шкаф. Здесь кто? Это что за нычка? Тут реально нычки вот прям. Плохой звук. Ох, ядрить его кудрить. Они вон слева, аккуратно. Мать лежать, бля. Куда ты бежишь, зараза? О, еда. Придурок. Ох, тебе там жарко. Ох, подошел сзади, за угла. Слушай, это шикарная библиотека. Здесь лесенка наверх. Что это? Свинец. В мире после апокалипсиса свинец очень ценится. Свинец в мире постапокалипсиса. Ты куда-то ушел. Я наверху, просто меня здесь, где ты. Где ты, только свыше. Я понимаю, просто тут же надо сначала зачистить, потом уже туда. Сейчас я. Просто я хочу патрон найти, у меня патронов нет. Я не смогу ничего зачистить, если у меня не будет патронов. Вот в чем логика у меня. Я беспатронный. Я беспартийный. Фу, так. Недолго. Это убираем, убираем. Так, у тебя есть какие-нибудь... А, есть, я понял. У тебя тоже молот есть, да? И наковальня, да? Молот, конечно. Серп и молот, хочешь куй, все равно получишь. Так. Да, так. Железный, я железную дверь нашел. Латунный радиатор. Тебе нужен латунный радиатор? Блин, я уголь нашел, но что-то мало как-то. Вообще уголь надо бы взять. О, смотри. Сейчас. Что это? Это что такое вообще? Ты вообще где? Здесь в библиотеке? Нет, я наверху. Куда уж выше? Здесь не заберешься выше. Где есть, ты? Есть еще. А, ты да, еще. Не, посмотри, не туда, не туда. Вот, смотри, что это за дверь. Куда она ведет? Йок, это какой-то... Иди посмотри. Нормально, да? Палки, это что за дичь? А здесь можно спуститься аккуратненько по трубам, вот так вот, по чуть-чуть. Можно. А еще выше есть, смотри, еще выше надо подняться. Смотри, там еще есть выше путь. Да, вот я иду. Давай. Елки-палки. Нет, там я имею в виду, что выше еще. А. Там прям комната железная выше. Смотри, вот где ты. А, вон ты туда ползешь, все, понял. Ты вот так захотел. По балочке. Тут много чего интересного, да? Елки-палки. Смотри, там с ресами шкаф, ящик, то есть. Вы промокли, да. Не три банки, что-то какой-то говенный лут. Шамва, вот это сломай шамву. Шамвей. Ломаю. Нет, подожди, там, где. Лифт, получается, шахта лифта, еще выше можно подняться, но мы туда пешком не можем подняться, надо как-то туда ползти. Старый сэндвич со срамом. Я возьму, конечно, но там типа отравление. Давай я блоки сделаю, и мы поднимемся еще выше. Давай, конечно. Ты тут прям хочешь? Да, куда-то нет, надо сейчас, сейчас, где лифт, где шахта лифта, куда нужно идти? Давай там сделаем, выходи. Давай, вот иду. Так, смотри, как это не просто дом, я тебе говорю, какая-то есть секретка точно. Ну, если даже этот чан для Силоса был, мы там ступили с тобой, не это, не стали лазить там. Надо было. Там, говорят, внизу сена, ниже сена было что-то ценное очень, да. Серьезно? Ага. И где свинья была, надо было под свинью подкопать, которая Грейс. Там что-то очень ценное. Так можно вернуться, подкопать под свинью. Ну, в принципе, можно. Свинья Грейс. Классно. Так. Ты уверен, что там комната наверху? Ну, наверху, смотри, даже ящики замаскированы какой-то. О, арбалет! Тебе нужен арбалет? Возьми. Да нет, вроде, у меня лук. Ах, вот так уже мы теперь, да? Угу. Все, арбалет нам больше не нужен. То есть это... Ух ты ж, ни хрена себе припал. Я что-то совсем упал. Так, стой, а что? Все тут замаскированный тайник. Просто коробка лежит. Нет, выше, выше поднимайся, еще выше можно там подняться. Испытание «Купи ферму». Странная записка попала мне в руки во время странствий. От клана Скользкого Вилли. Ты это видел вообще? Я же упал. Прочитать. Что ж, уцелевший, полагаю, записка, которую мы оставили, найдена тобой. Теперь, выложив карты на стол, приступим к делу. Мы наблюдали за тобой и думаем, что ты можешь вписаться в наши ряды. Но прежде, чем мы распахнем двери перед незнакомцем, давай посмотрим, как ты справишься с этой работенкой. Скользкий, как кошачье дерьмо на линолеуме, Вилли. Отлично. Животных принять. Давай примем.
Убить кролика, курицу, кабана. Да-да-да, там есть такие штуки. Чё, в смысле? Так. Арбалет. Блин, здесь внизу лифт, но он не работает. Я не смогу вверх подняться так шустро. Реально, а лифт. Я сейчас к тебе спущусь, чего? А, смотри, а ты посмотри только что в этом сверху, прямо от души посмотри. Покопайся там. Ничего нет. Нет, что выше ты, выше поднял. Ох ты, ё, спускайся срочно, здесь капец. Тут ничего нет. Я туда не пойду дальше, я тебя подожду, потому что там жесть внизу просто. Там что-то нереальное. А куда именно спускаться? Вниз, самый низ шахты. Так я умру же, если упаду. Я же не упал, не умер, то есть. Латунный радиатор тебе нужен куда-нибудь? Так, сейчас я вон вижу лифт, нифига. А вон еще, смотри, проход завален. Да, видимо. А, ты же не видишь. Я там был, я видел, что был проход, дверь. Но... Ха, она кричит прям. А что ты ругаешься там? А, нет, нормально, нормально. Тут Сошка. Дверь заперта, я вот думаю туда как-то пройти. Я хотел, но не стал. Нет, 2500, я... 2500 у двери хочу заметить. Угу. Она закрыта была коробкой. Так, вот это точно нужны. Так, я иду к тебе. Тут лестница есть. Вот лестница. Да, красная лестница, я по ней спустился. А вот, прыгай вниз сюда, прыгай. Не, вот не работает, не работает, не работает. К сожалению, нет. Это Black Mesa, точно да, говорю. Да, похоже. Ничего себе жесть. Шахта. Внизу там вообще просто ад какой-то, смотри. Что-то прям как-то... Вот здесь врата, что? Мы не сможем спуститься? Давай попробуем. А надо топливо, слушай. Там же была где-то канистра красная. А у меня есть канистра, по-моему? А, нет. А куда вставлять-то топливо? Куда мы? Это не то что-то. Так. Что-то здесь нечистое, так скажу. А вон, там коробка с той стороны. 2500. Наверное, это работает, мне кажется, лифт. Не ломай, не ломай, давай вниз пойдем. Давай. Просто мне кажется, что лифт работает, просто надо как-то его... Ну, выглядит, по крайней мере, как не бутафория. Ну, нормально. Нифига, там что? Ёлки-палки. Да, какое-то стекло. Что-то какая-то... Смотри-ка. Так, тихо, сейчас. Лаборатория. Мать, ты откуда? Хера себе, она из ниоткуда появилась. Кувалда чисто по балде. Патроны-то заканчиваются, понимаешь? Вот, что за бункер? Что это такое вообще? Кстати, мы теперь с тобой вместе получаем опыт. Когда мы в команде, мы получаем опыт совместно. Ну, слава богу, что хотя бы на какую? На четвертую серию, да, мы это сделали? Да. Слушай, ну а смотри, еще ниже куда-то есть. Смотри, какие-то подполы. Так, а я пойду под... Давай ты под, а я над. Потому что я тебе вон твой свет фонаря вижу. О, что-то лутать можно. Ого, тут есть лут немножко. О, давай-давай. 27 патронов для калаша. О, давай. Дашь мне? У меня вообще кончились. Да, сейчас разделим. Я сейчас заряжу. А, давай-давай, сейчас я тогда... Так, ох, тут, ты ж, ё, тут в хазматах зомбари. Серьезное дерьмо. Здесь зомбари в хазматах. Прыгай вверх. А, тут можно залезть. Да-да, это я просто поверх прошел, ты понизу, давай, половинку. Напомни мне, как, где это вообще патроны. Правой кнопкой. А где они? А у их тебя нет? Есть. Подожди. Очень даже нету. Есть. Я верю, что они есть. Нет, они, видимо, зарядились, слышишь? Что, все зарядил, что ли? Они сразу, сами они не заряжаются никак. Ну, я нажал R, перезарядка, и все 30 штук зарядились. Ладно, отходи. Парни, парни, спокойно, блядь! Спокойно. Без головы. Ох, там еще сколько их. Отойди, отойди, сейчас я вынесу. Давай. А, здесь на балкончик заходи, они пока поднимутся. А, ну все. Ёлки-палки, что за база, они как так? В химзащите, это не просто так. Там же простой дом был, обычно зам... Ну как простой? Да, это замаскировка, короче. Смотри, там твоя любимая бочка красная есть. О, я заберу ее. Это я любил взрывать. Обыскать тело... А, это просто бочка, их сейчас нет таких. С топливом. О, чемодан. Славе? Не, пустой, на удивление, представляешь? Слушай... Мне кажется, тут должно что-то топовое. Какие-то станки... Какая-то аппаратура. И дальше, смотри, спуск в шахту, где лифт. О-о-о. Вот это вот на да, это мы смотрели. Вот на это мы смотрели как раз таки сверху. А это не та самая Black Mesa, которая нам говорит? Нет, нет, нет. Она Red Mesa называется. А, Red Mesa. Да, ну то есть... О-о-о, это что за крематорий? Кого жгут там? Это печь? Ну, мне кажется, что да. Ох ты ж, ё. О, тут секси. And I know it. Лекарства, о, смотри. Боеприпасов ломают, куча. Вот. 6 патронов, что-то не густо. Не, 6 это маловато будет. Вакцина. А как не нажимается ничего? Не работает. Это заброшенное же все. Электричество, судя по всему, нет. Так, дать тебе адреналин надо. А я тоже нашел. У меня тоже есть адреналинчик. Есть, да. Хочешь вколоть? Я себе вколю, наверное, стероидов. Ну, давай. Хороший совет.
из прошлых серий перекочевал. Так, ну, 12 патронов, ладно, 18 патронов, согласен. У меня 17 сейчас, да, тоже. Смотри, ломают. Давай они пойдем. Ломают, да, проход. Ох, мамашки две так сразу. Подожди, пусть выйдет. Целая семья, смотри, зажиточные какие, а? Ох, ё, там какие-то тесты проводили, смотри, там кто-то в какой-то клетке сидит вообще. Ах ты, дэмит, какой ссанный. Так, надо срочно чай из золотарника попить. Золотарника. Нифига себе. Угу. О, сынуля вышел, смотри. Все, сынуля лег. Обмотаюсь-ка я. Хотя лучше я, наверное, вылечусь вообще. Ты там с луком развлекаешься? Да, но у меня патронов больше нет вообще. Ну все, я тоже вот с дубинкой хожу теперь. Вообще, полный голяк. Блин, прикольно, слушай, они реально обновили игрушку. Теперь хоть какой-то этот появился, антураж. Именно такой. Да, смотри. Какая-то лаборатория. Жалко, что оно не издает каких-то там звуков, там работы. Присвоение. Там, где кто-то заявил присвоение, ворам обычно делать нечего. Ну ладно, давай выучим. Че там? А там 2 коина и 2 доллара. Возьми себе. Маловато. Взял уже. Странно мало. Здесь еще лестница одна есть наверху. Сейчас сначала это лутанем, давай. Ага. Сейчас здесь посмотрим. Можно пролезть, нет? Там какая-то капсула стеклянная. А что это реально такое? Это Тесла, типа катушки Тесла, да? А, похоже. Ее надо включить. А, внизу смотри, что это? Свет какой-то, прожектор. Просто подсвечивают, что ли? Странно как-то. Не, подожди, а почему оно не работает? Ящик, ну, вот пусто, это включить? Ящики. Странно, это ящики. Может быть, сломать надо, нет? Разбомбить. Странно, то есть тут что-то делали. Делали. Что-то какие-то опыты проводили. Да, вон лестница. Фу-ху-ху-ху-ху. Комп, смотри, компьютер нормальный. Mm-hmm. Так, вот этот проход. Сейчас мы молоточком его огреем. То есть больше ничего нет? Yeah. Ты думаешь, никаких секретов? А может, там выломать все-таки надо, нет? Где фонарь светит? Мне кажется, где фонарь светит, надо ломать. Попробуй сломать, где фонарь. 2000. Давай я подойду тоже. Сейчас водички попью. А что нам это даст, скажи? Мне кажется, там что-то есть. Вот чувствую я, что что-то там есть. Вот, 1400. Не, мне кажется, что-то там все-таки должно быть. Потому что писали в комментариях, по-моему, смотрите, где фонари, и туда идите, где фонари. То есть, куда они это светят, туда фонари? Надо. Фонари? Ну, так вот он светит наверх. Не, я имею в виду, что где они находятся, а наверх что у нас? У нас ничего нет. Соответственно, наверное, внизу. Там что-то проход какой-то, по-моему. Так. Надо попить еще что-нибудь. Чай. Давай чай попьем. Содержательные крики такие. 519. 300. Капец, конечно. Не просто так. Фонарь для чего-то же нужен был. И видишь, здесь какая-то штука железная. Вот она, вот эта вот бандура. Что это такое? О! Что там, мается? Ну да. О, сломать-то ты сломала. Дальше там что? Фонарь сломаем сейчас. 7000 блока, ни хрена. Ого, вот это арма. Ты думаешь, под фонарем? Это вообще мусорный бак, я тебе скажу. Это не фон... Ну, сломал. И чё? А эта лопата нужна, да? У меня лопата есть, да, тоже лопатка есть. Да. Просто непонятно, как это, что это вообще? А где лопата-то моя? А. Не, подожди, это камень. Там не получится. А, кирочка же у меня есть. Киркой попробуй, да. Интересно, к чему это? Что за фонарь? Не просто ведь так. Или просто так все-таки? Ну, там вон есть верхний этаж. Нет, это там дичь тоже какая-то. Взял, сломал фонарь, короче. Не, ну мы же рассчитывали на то, что там что-то есть ценное. Там супер-мега-трупер, все дела. О! О, тут немножко... ты сломал. О, здесь ящиков-то много. 8 патронов для дроби и пистолет. Отлично. Что это? Автоматический спусковой какой-то там. Чего-то там спусковой. Чего-то там спусковое. Так, теперь надо понять. Еще одна кирочка. Нужна кирочка? Возьми себе кирочку, если хочешь. Не, сейчас я это... Модификатор поставил. Сумка с оружием. Я нашел для пистолета. Модификация патронтаж. Потом лук есть еще. Ох ты ж, вот это хорошее. Я возьму. Порох из угля и селитры. Если лук нужен, возьми себе лук. Надо взять. Вот здесь рюкзак. У меня почему-то, слушай, открылись ячейки дополнительные. А потому что ты вколол себе стероиды, да. А, еще лук. Вижу, все беру. Ты можешь перетаскивать больше теперь. Что, не ломается? Ну, долго просто. Лутай.
Ты ёкало мне. О, еда. Латунный радиатор, срам. Кирка. Ну, просто срам обычно. Так. Теперь мне интересна модификация патронтаж. Что такое? О, прочный сундук заперт, смотри. Я сейчас взломаю его. Давай, я давай. Ломаю, 13 секунд осталось. А то мы сейчас как дундуки стояли бы, долбились бы, наверное, от души тут. Дундуки? Ну, стояли бы. Ну да, да. Бу-бу-бу-бу-бу, бля. Так, сейчас я себе патронтаж... Вы сломали отмычку, подождите. Нацеплю куда-то. Я сломал... В смысле? Что? Сломал отмычку. Отмычки ломаются. А-а-а. Все, больше нет отмычек. Осталось 3 секунды взлома, отмычек больше нет. Слушай, а сделай... Давай я посмотрю. Так, у тебя же ты же можешь как-то делать, да? Так. Вот. Отмычка, запас отмычка. Значит, мне надо умение. Слиток железа и механические части. У меня есть механические части, давай сейчас. А вот здесь валялись еще, смотри, механические части, вот. На. Вот валяются механические части. Что тебе еще надо, скажи? А мне нужен слиток железа и механические части. Легко, на. У меня есть... Вот слитки железа, у меня все есть. Давай, что еще тебе надо? Все. Давай, но делай. У меня нет умения... А почему? В смысле, ты же отмычки делал как-то. Или ты находил их, просто скажи мне. Вы только учитесь владению. Так, подожди, взлом сейфов. Купите. Что? А у меня не доступно 4 очка. То есть я что-то вкачивай. Могу сделать. Там по одному надо вкачивать, по очереди. Выбирай, где отмычки, вскрытие или что там. А дальше недоступно. Не могу купить. А как так-то? Уровень восприятия. Я нашел отмычку. О, давай. Давай, бросай. У тебя булава упала, кстати. А я взломываю уже, оказывается. Не ломай, да у меня там 3 секунды осталось. Нет, я имею в виду, что отмычка, у меня же 8 секунд. Просто я нажал Е, а она применилась сама. Капец, ящик. Как успехи? Не, никак. Что там? Скрафтить отмычку-то сможешь ты? Да нет, у меня умение и книга, все. То есть я не знаю, как она работает. Вот. Нажимай умение. Запас отмычек, отмычка. Открывается взлом отмычкой. Научитесь быстрее взламывать замки. А когда я хочу... Тут оно типа куплено первое. Окей, хорошо. А, у тебя 7-7 откройся, только куплен. Да, а для второго мне нужен уровень восприятия 3. Где ну, посмотреть ломать, уровень что ли, восприятия? 10 тысяч. Уровень восприятия. Как, где это вообще? Сила, стойкость, ловкость, интеллект. Может, еще найдем отмычку? Электрочикатило. Классно, книга умений. Электрочикатило. Великое ограбление. Попробуй. Урон сейфом на 10% меньше. Ну, это у меня то же самое, наверное. А, это книги вообще, это не то. Может, сломаем уже? Восприятие. Да. Мне кажется, там много всего. Проще, наверное, сломать уже 9500. Давай, если бы вдвоем ломали топорами, молотками. Подожди, какое я сказал, надо нам восприятие? Молокосос. Это не то. О! Так. Слушай. Взлом отмычкой, сим-сим откройся, потом, получается, у тебя есть, как у меня, книга «Великое ограбление». Но у меня это уже есть, у меня разблокировано уже. Присвоено земле. Нам нужен верстак. Где верстак? Здесь где-то был верстак неподалеку, ты не помнишь? Где же? Балинский. Так. О! Значит, там мы были, там ломали. А вот здесь что? Проливали. Вот там что внизу под трубами есть, что нет? Смотри. Нет, там точно ничего нет. Точно? Значит, там наверху ты вылез под домом, да? Угу. Интересно, как вот люди понимают, где что искать? Секрет какие-то там, еще что? Ну вот сказали на фонари, смотрите, типа фонари есть, значит. Ну, что с сундуком? Нет, пошли сундук долбить, пойдем сундук ломать. Ну, пошли, что еще делать? Что еще делать? Я даже не знаю просто. Так, надо собрать кубы. Надо сундучи... О, я перегружен, оказывается. Понятно. Перегрузка, да? Ну, я что-то вообще капец понабрал хлама. Ну, как хлам? Ценный, в принципе. Ценный груз, ценный. О, у меня еще 5 ремкомплектов. У меня тоже отмычки есть, да. Отмычки нельзя чинить, да, ремкомплектами, надо тупо. Ну, а как ты отмычку починишь? Я лучше кувалду починю. В этом смысла больше. Во. Так, пистолет. Есть. Вот. У меня тоже пистолет есть, патроны зарядил. Так, 14 патронов осталось. Трава, гаечный блядь, ключ. Еще только нет. Есть ли смысл от гаечного ключа, скажите мне, ну-ка. Смысл? Слушай, гаечный ключ шикарно ломает сундук. Вообще прям так, на раз-два. Где ты там ломаешь? Да, внутри. Вот здесь я.
меня гаечным ключом вообще шикарно ломается. Ну как тебе? Ну, в принципе, да. Да. Видишь, как мощно. Вроде гаечный ключ просто, а вскрывает. Да ешь ты уже, ёкалымны. Отмычек нет. Да. И верстака нет. Нет. Но он есть, наверное, где-то, да? В доме, наверное, где-то есть, мне кажется. Где-то он... А разве мы не пробегали? По карте не видно его, да? Не. Так, 185. Сколько, ты говоришь, осталось? Опа, что там? Вот это интересно. Модификация. Покажи охотник. Так, смотри, мусорная пушка есть. Из мусора можно стрелять, пушка. На, сам посмотри. Да. Давай. Патроны только, если что, подели. Не-не, я брать не буду. А, лады. Это самое, урон от оружия дальнего боя. Так, бери, что тебе надо, я остатки заберу. Так, я возьму вот это. Патроны нужны очень. Мне интересно, что такое мусорная пушка, я возьму. Вот смотри, здесь есть части стального копья, не надо. Модификация охотника увеличит на 100% урон по живым противникам. Устанавливается на любое оружие ближнего и дальнего боя, кроме инструментов. Можешь себе поставить вот эту вот модификацию охотника, кстати. Кожаные Давай сапоги. Посмотрим. Дробаш тебе, железный шлем тебе. Ну, серебряный самородок можно продать, наверное, мужику этому будет. Ты еще спальник бросил здесь. Да, ну мало ли, чтобы тут оказаться. Ну так-то да. Дробовичок, пистолет. Хоть так, патроны, хоть какие. Мне интересно, как работает пушка. Пушка. А, у меня железные. Усиление шума, Дэми. Мобильность. А как? А где патроны на пушку? Это надо мусор искать или что? Так, маска. Слушай, а как? Заряды для мусора, что ли? Или как это называется? Серебряные самородки надо, нет? А, о, я могу. Что такое? Сейчас я могу сделать себе мусорных патронов. Сейчас посмотрим, что это такое вообще. Я вижу, да, прикольно. Так она как турель переносная. Смотри, маленькая. Да. Так, значит, на оружие, да? Сейчас попробуем. Так, пистолет, наверное, возьму. Модифицировать. Я сейчас буду стрелять из мусорной пушки. Это интересно. Но выглядит прикольно. Это я зарядил, да. Но она такая, смотри, ее можно поставить. Надо ее починить. Да. Но нет, ее ставить, наверное... Так возьми, у тебя ремкомплект же есть. Да, сейчас починю. Потому что обидно будет ее потерять. Так, починить. Что-то она пропала вообще из рук у тебя. Я тоже чиню. Все, готово. Как, куда стрелять буду? Ну-ка. Никуда. Давай, там зомби на улице. Давай. А подожди, нам, может, не надо выходить сейчас? Чего? Может, не дождаться как-то, потому что ночью вот сейчас... Так вот же спальня лежит, смотри. Чё? А что сидеть-то? А, хотя да. Подожди, я спальню сделаю хотя бы. Весь контент теряется, понимаешь, от этого. Сейчас я спальник тоже сделаю тогда. Хорошо, хорошо, я проверю просто, что на улице. Угу. Оп. Капец. Но это реальный бункер, самый настоящий. Это же база. База. Это даже не бункер, это база какая-то. Эксперименты какие-то. Ну, как тебе сказать? Тут никого нет. Вообще зомби нет? Я вижу дома. Ладно, пойду. Сейчас глянем. Так, у нас сколько по времени? Мы там что, записывали... Ну, конечно. Я просто хотел, чтобы ты увидел эту анимацию. Она прикольная. Ну, она прикольная. О, ты вот здесь прорвался, я понял. Да, да, да. Кто-то рычит. Да, ломится там, долбится. Какие-то неадекваты, мать вашу, а? Что значит неадекваты? Приперлись сюда? Ну, они там что-то ломятся реально. Так, давай верстак поищем. Нам бы реально отмычек всяких намутить. Он на втором этаже был, по-моему. Потому что я проскакивал, думаю, о. Заодно протестим пушечку твою новую. Угу. Давай. Так, второй этаж. По-моему, на втором было. Вот если не изменяет память. Вот в какой-то из таких комнат я забежал. Бац. Смотрю. Столик стоит вот этот с наковальней. Вы там. Вы замерзли. О, кстати, тисками. А это не должно куда-то нас вывести? Подожди. Это же бельевой шкаф просто. А, да? Я думал там что-то... Воу, тихо, где? Где она орет? Не знаю. Наверху, вон на втором этаже. Ой, да, блядь! Давай еще раз. Куда еще раз? Некого стрелять пока сейчас. Они лезут просто из любых дырок. Смотри. Обыскать тело? А. Ну, нетронутый этот. Странно. А вот с этой стороны мы были? Где сломанный пол? А там знаешь, где надо, где мы не были? Там, где лифтовая шахта вот эта. А? Там была дверь закрытая. Мы там не были. Сейчас надо туда вернуться. Это надо сюда, получается, да? Да, да, потом да, вот... да. Что это был за звук? Слышишь? Ты что такое? Хана нам. Это все просто, это нам хана просто сейчас будет. Это да, это я не спорю. Ой, я замерзаю, мне холодно. О, добро пожаловать в клуб мерзляков. Спасибо.
А что, я же вроде подкладки себе там модификации ставил всякие. Ну все. Так, всё? Вот тут, смотри, заперто мы не были. Да. Потому что тут не все проверили с тобой. Да, хорошо, давай. Давайте закончим. И давай, отсюда давай. Прям начнем, чтобы интрига была как всё. Бы. Все, ребятки, это был 7 Days. Всего хорошего, пока-пока. Пока.